Здравствуйте, коллеги. Мы вновь на ProDexpo 2021. У нас новый спикер. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите о своей компании. Добрый день, друзья. Мы очень рады встрече. Мы ее очень долго ждали. Зовут меня Шаратова Валерия. Я представляю Скопинский мясоперерабатывающий комбинат, Рязанская область, Скопинский район. Что вы производите? Чем поражаете нас в этом году? Мы уже производим порядка 100 лет с 1928 года. Это мясная продукция. Это колбасная продукция, деликатесы, полуфабрикаты, замороженные, охлажденные. И, конечно же, наша гордость – это мясная консервация. Вот. У нас два параллельных производства, то есть колбасное производство и мясная консервация. Вот. Мы очень гордимся своей продукцией, и, в общем-то, нас очень любят в нашем регионе, в соседних регионах. Москва нас очень хорошо знает. На выставку вы приехали для того, чтобы еще раз увидеть знакомых поставщиков, знакомых ритейлеров и так далее, еще раз напомнить о том, что ваш продукт самый лучший и замечательный. Какие-то надежды возлагаете конкретно на этот год? И, может быть, вы расскажете о планах на следующий, может, какой-то продукт, какое-то новое производство, какие-то новые планы реализации? Ну, начнем с того, что мы на выставке участвуем каждый год. И, к сожалению, встреча в этом году немножко затянулась. Вот, в силу определенных обстоятельств. И поэтому, когда мы сюда попали, для нас, для наших партнеров, для гостей, которые к нам приходят, это на самом деле большой праздник. Вот, потому что бизнес оживает, люди просыпаются. Это связано, я думаю, и с весной, и все-таки со снятием ограничений, да, уже другой настрой, другое настроение. Конечно, мы ждем наших постоянных партнеров. Да, очень хочется увидеться, мы уже не виделись больше года. Вот, и, конечно, мы ждем новые лица. Вот. На самом деле, если вчера выставка только начинала работать, и было какое-то опасение, что приедут, не приедут, кто-то боится, у кого-то финансовая составляющая, то сейчас, вот уже с утра, можем сказать, что удается. И я думаю, что все у нас получится, как обычно, хорошо и даже еще лучше. Оживает индустрия, вы уже видите знакомые лица, видите знакомых ваших коллег. И, может быть, поделитесь какими-то новыми идеями. Может, подумайте, расскажете нам, как будет развиваться рынок, может быть, ваши надежды на следующий год. Надежда на следующий год, что мы все будем здоровы, вот, будем работать, зарабатывать и, соответственно, поставлять, производить нашу продукцию. Вот в прошлом году мы привозили новинку после ребрендинга, нашу докторскую колбасу, сделанную по ГОСТу. Ту колбасу, которую я могу смело дать своему собственному ребенку. И это ведь о многом говорит, правильно, когда ты сам производишь и сам потребляешь, особенно дети, когда потребляют. Вот, поэтому за год уже она себя зарекомендовала, вышла на рынок и стала узнаваема, что очень приятно. Вот. А совсем новинка этого года – это наша мясная консервация. Вот. В силу веяния нынешнего времени, да, приходится уходить в эконом-сегмент. Ну, куда без него. Поэтому, не изменяя качество, не изменяя нашему имени, мы делаем эконом-сегмент, который будет приятен для наших покупателей. И приятно порадует ценой. За что мы говорим вам, конечно, огромное спасибо и надеемся, что ваш продукт покорит еще больше сердец наших покупателей. Спасибо, что пришли к нам и желаем вас увидеть в следующем году тоже на выставке ProDexpo 2022. Спасибо вам большое. Мы будем очень ждать новой встречи. Надеюсь, что все у нас получится. До новых встреч. Спасибо вам.